Для того, чтобы поставить ваш автомобиль на учет, вы должны знать, где находятся два ВИН-номера вашего автомобиля. Первый ВИН-номер, выбитый на кузове, располагается прямо по центру, под капотом. Второй ВИН-номер, наклеенный на кузове, располагается под лобовым стеклом с левой стороны внизу. Гарантия на Mercedes-Benz GLB составляет 2 года без ограничения пробега. И еще на 2 года у вас будет сервисный пакет от завода-производителя, который будет распространяться на двигатель, коробку, ну и другие основные агрегаты автомобиля. Межсервисный интервал составляет 15 тысяч километров или раз в год, то есть что наступит раньше. Нулевое ТО, обкатку проходить не нужно. Гарантия на сквозную коррозию составляет 2 года. Чтобы закрыть двери, если у вашего автомобиля сел аккумулятор, вам необходимо достать механический элемент ключа. На трех дверях там есть отверстие, куда вам нужно вставить будет ключ и повернуть по часовой стрелке. И после захлопнуть дверь. Теперь снаружи автомобиль открыть нельзя. Его можно открыть только или изнутри, потянув за ручку, или после того, как вы зарядите автомобиль с пульта. Если вы перевозите ребенка на переднем пассажирском кресле спиной по ходу движения, вам необходимо, чтобы передняя подушка безопасности была отключена. В GLB это опция, и если она у вас установлена, то, следовательно, вы можете перевозить ребенка спиной по ходу движения. Это автоматический режим определения детского кресла. То есть вы ставите детское кресло, оно определяет, что здесь ребенок спиной по ходу движения, и подушка автоматически отключается. Вот, в нашей комплектации здесь даже написано, что данной опции нет. Так что будьте внимательны, когда сажаете ребенка на переднее пассажирское кресло. Если вы перевозите ребенка на втором ряду сидений, мы рекомендуем вам включить детский замок. Для этого вам необходимо перевести переключатель в верхнее положение. И после ребенок не сможет открыть дверь изнутри. Дверь можно будет открывать только снаружи. Но помните, если вы больше не перевозите детей на втором ряду сидений, то переведите переключатель вновь в исходное положение. И тогда вы сможете открывать дверь изнутри. Для того, чтобы установить высоту поднятия крышки багажника, вам необходимо ее открыть и остановить на том моменте, выше которого вы не хотите, чтобы она поднималась. Далее нажать на кнопку и удерживать до характерного сигнала. После, при каждом открытии, последующем, крышка не будет подниматься выше установленной высоты. Если вы хотите ее вернуть в исходное положение, вам просто нужно физически на нее надавить и также, нажав на кнопку, удержать, и все. Теперь она будет подниматься вновь до того положения, которое вы установили. Ширина дверного проема 106 сантиметров. Высота дверного проема 80 сантиметров. Дверной проем по диагонали 120 сантиметров. Ширина багажного отделения до зоны колесных арок 130 сантиметров. Ширина багажного отделения в зоне колесных арок 105 сантиметров. Расстояние от пола до потолка 76 сантиметров. Расстояние от пола до потолка, если мы опускаем вниз пол, составляет 88 сантиметров. Глубина багажного отделения 90 сантиметров. Расстояние от крышки багажника до сложной спинки сидения второго ряда 152 сантиметра. Расстояние от крышки багажника до центрального подлокотника 180 сантиметров. По диагонали 210 сантиметров. Объем багажного отделения 570 литров. Объем багажного отделения при разложенных сиденьях второго ряда 1805 литров.
Для того, чтобы установить буксировочный крюк, вам необходимо открыть крышку. Итак, вы нажимаете на крышку и потихонечку ее вынимаете. То есть это все можно делать без дополнительных приспособлений. После вставляете крюк и вкручиваете его по часовой стрелке. Вкручивать крюк нужно до упора, и только после этого можно подсоединять буксировочный трос. В передней части бампера, кстати, эта крышка открывается тоже нажатием, но на верхнюю часть. Для того, чтобы заправить ваш автомобиль, вам необходимо, чтобы он был открыт. После вы подходите к лючку, нажимаете на его крайнюю сторону, открываете. После откручиваете крышку и устанавливаете ее в специально отведенное место. Объем топливного бака на GLB-200 составляет 52 литра, на всех остальных двигателях он составляет 60 литров. Если мы говорим о дизельном топливе, то вы его заправляете дизелем и доливаете раз в ТО мочевину. Если мы говорим о бензине, то вы должны заправлять автомобиль бензином, начиная с 95-го октанового числа. Подсоединиться к мультимедийной системе свой гаджет вы можете достаточно легко с помощью Bluetooth и также с помощью сервисов, то есть Mercedes Me, понятно. И также, смотрите, у нас есть с вами или Android Auto, или Apple CarPlay. То есть в рамках этих двух приложений вы можете пользоваться навигационными системами, Google картами, то есть всем тем, к чему вы привыкли. Вот, но опять же есть но, что когда у вас здесь вы пользуетесь системой Google картами, то они не воспроизводятся ни на проекции, ни вот на центральной части. То есть тут воспроизводится только оригинальная навигационная система. Для того, чтобы заменить щетки и стеклоочиститель, вам необходимо их перевести в сервисный режим. Для этого вам нужно выключить автомобиль, выключить зажигание и после нажать на кнопку и удерживать ее. Щетки, переведенные в сервисный режим, вы можете их спокойно менять. После вам просто нужно включить зажигание и вновь нажать на кнопку. Щетки переведутся в исходное положение. После того, как вы заменили летнюю резину на зимнюю, или зимнюю на летнюю, или у вас, например, спустило колесо и вы вновь его надули, вам необходимо установить вновь показатели датчика давления в шинах на всех колесах. Для этого вам необходимо зайти в раздел «Меню», выбрать ТО и дальше нажать пункт «Шины». Система контроля давления шины доступна только при включенном зажигании. Включаем. Все. Принять актуальные значения как новый норматив. То есть понятно, что если у вас спустило колесо, вы его подкачали, выровняли показатели по давлению и просто потом вы нажимаете «Ок». Все, система контроля давления в шинах перезапущена. Теперь, если произойдет спуск какого-либо из колес, у вас вновь на бортовом компьютере покажет индикатор, что, мол, обратить внимание, правое, левое там, или заднее колесо спущено. Приятного пользования! Если в вашем ключе села батарейка, вам, следовательно, необходимо ее заменить. Для этого вам нужно достать механический элемент ключа. После, нажав на эту же кнопку, надавливая ее, снять вот эту пластиковую крышку. Да, то есть давим и тянем крышку вверх. Здесь у нас с вами батарейка. Мы аккуратненько ее достаем. Внутри вашего ключа батарейка CR20-32-3 вольт. Но что делать, если нет возможности заменить батарейку, а ехать нужно? Производитель об этом подумал. И вы можете положить ключ без батарейки в правый подстаканник. Здесь специально отведенное для этого место. Все, кладете сюда ключ, нажимаете старт-стоп, автомобиль заводится, и вы едете.